В Бразилии обвалился пылающий небоскреб. Конструкции, охваченные огнем, многоэтажки не выдержали, в результате чего здание обвалилось. По предварительной информации, погиб один человек. В бразильском Сан-Паулу в результате пожара не выдержали конструкции многоэтажного здания, в результате чего оно обвалилось. Видео происшествия во вторник, 1 мая, публикуют в соцсетях очевидцы. По предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек. Однако очевидцы утверждают, что в момент обвала здания на верхних этажах оставались люди. По информации местных СМИ, здание много лет было заброшено. На Донбассе произошел пожар на шахте. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmicrespondent.net. По материалам сайта news.gr.com.